А Дед Мороз-то, похоже, не существует. На этой первой неделе наступившего года, с сожалением признать сей факт, не умудрился только ленивый. Ну как же так, друзья, ведь мы столько надежд возлагали на светлое будущее, а оно все так же утопает в полутонах. И пока всемирная сеть разбирается, одно ли лицо у Сергухина и Сидоренко, в России начинают предпринимать первые попытки осознания, что же все-таки произошло в Макеевке. Хотя та же Маргарита Симонян в своем телеграм-канале уверенно утверждала: ничего, слава богу, не случилось. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Первые дни наступившего года показали, он мало чем будет отличаться от навсегда ушедшего. Ну, во-первых, военные, стоявшие за спиной главы государства, уже как бы намекали нам: скоро такими будем все. И не в смысле прикрытые спиной президента, а в смысле в камуфляжной форме, причем в летний и в зимний период времени. Ах да, кстати, вы обратили внимание, что обращение в этом году было каким-то мега непрофессиональным. Зачем-то наставили верхний ряд военных без головы, что до сих пор вызывает вопросы. Это тонкий намек или криворукость оператора? Почему-то не вырезали упорный кашель. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей. Надеюсь, видеоинженера, не знающего стандарты уважения своего президента, после этого не уволили. Да и сами военные вели себя как обычные рядовые. То водили глазами, то колыхались от ветра. Ну да ладно. Главное, что постояли рядом с президентом и получили свою порцию эндорфинов. Хотя и это не точно. Мне, если честно, это интересно меньше всего. Большего же внимания, на мой взгляд, заслуживает новогодняя трагедия в Макеевке. 1 января в 0 часов 1 минуту по московскому времени артиллерией ВСУ был нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. Подробнее о ней уже успела рассказать моя коллега Люба Орлова, поэтому не буду повторяться, но скажу лишь, что поддержанты спецоперации очень ждали каких-то решительных действий со стороны российского руководства. Потому что понятно же, что любой результат – это действие причинно-следственной связи. Не досмотрели, не распланировали, не доработали. И вот они, ошибки налицо. А их, как известно, из классического кинематографа надо смывать кровью. Но чьей? Это большой вопрос. Шел первый день, шел второй, прошла неделя, а фамилии виновных так и не обнародованы. Ну, делайте уже хоть что-нибудь, говорил народ. Что-нибудь обязательно сделаем, ответила власть. И сделала. 3 января президент России поручил Министерству обороны помочь документалистам снять фильм о героях спецоперации, а Министерство культуры будет обязано проследить, чтобы этот киношедевр увидели абсолютно все россияне. Не, ну а чё, нормальные шаги. А вы чего-то другого ждали? Я вот, например, хотела бы посетить это мероприятие, да послушать, что же на самом деле случилось в Макеевке. Кто тот негодяй, кто покусился на Крымский мост? Почему крейсер «Москва» разделил участь «Титаника» и нашли все-таки Херсон? Ну, смотрите, сколько вопросов, ответы на которые мы как бы знаем, но даже не подозреваем. А между тем, на момент записи программы никаких реальных действий по поводу Макеевки предпринято не было. Мысли насчет новой волны мобилизации не в счет, просто потому что пока они еще не озвучены. Хотя нет, кое-какое расследование все же состоялось, и была названа даже причина гибели военных. Та-дам!
это использование ими сотовых телефонов. Ну, типа, а нефиг было в новогоднюю ночь массово писать смски. Вот сами себя и выдали. И ни слова о том, что вообще-то телефоны должны изыматься, чтобы невозможно было перехватить сигнал и обнаружить координаты солдат. Что размещение их в одном здании с боеприпасами и незамаскированной военной техникой, это как бы тоже на грани сумасшествия, не считая того, что никто почему-то и не думал побеспокоиться о безопасности людей заранее. Правда, Сердюков заявил, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы такое не повторилось в будущем. И я даже понимаю, почему этот господин делает такие заявления. Ведь съемками в фильме новобранцев на территории Украины не заманишь, а продолжать спецоперацию как-то надо. Кстати, через каких-то полтора месяца ей исполнится ровно год. Год! А каковы результаты, вы и сами прекрасно знаете. Я тут, кстати, вычитала одну хорошую цитату. По-моему, это сербская пословица. Она о том, что каждый вкладывается в войну по-своему. Политики снабжают оружием, богатые едой, бедные своими детьми. После войны политики пожимают руки, богатые поднимают цены на еду, а бедные ищут могилы своих детей. Но чем не отражение нынешней ситуации? И что будет с Россией после всех этих известных событий, когда одни погибнут, а других лишат гражданства? На этой неделе в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина, это та, что ратует за безопасный интернет, сообщила подписчикам, что борьба с нежелательными элементами продолжится в России и в этом году. Для этих целей будет меняться даже законодательство. В частности, изменения коснутся иноагентов. По мнению Мизулиной, справедливым будет лишение гражданства тех, кто уже на сегодняшний день получил подобный статус. Типа такая практика вовсю применяется в Европе. Обратите внимание, в Европе, та, что загнивает, но никак не может загнуться. Ну и вроде как неплохо было бы России перенять ее опыт. Но есть одно существенное «но», о котором Мизулина предпочла умолчать. В Европе не лишают гражданства, если оно у человека единственное. В Америке лишение применяется крайне редко. Да даже в Белоруссии и то его не отнимают у коренных белорусов. А вот в России возможно все, причем с легкой руки Катеньки Мизулиной. Кать, лично я считаю, что вы все делаете правильно, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, позорьтесь до конца и возьмите к себе в союзники депутата Евгения Федорова, тот тоже фантазер уровня бог. Вот, например, на этой неделе Федоров заявил, что знает о планах Америки нанести демонстрационный удар по знаменитому Москва-Сити. Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по Москва-Сити и так далее. То есть это они будут повышать такого рода градус. Либо беспилотниками, либо последствия поставленными томагавками. Ну, никого не напоминает. Откуда на Беларусь готовилось нападение? И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Так, конечно. Похоже, что они все черпают эту информацию из одного проверенного источника под названием «Приснилось». Вот только один все время пытается показать какие-то документальные доказательства. Но, обратите внимание, не показывает, а второй решил вообще ничем не подкреплять сказанное, типа верьте на слово. Я не удивлюсь, если завтра Москва-Сити действительно пострадает, но не от рук американцев, а от превентивного удара. Что-то вроде мы знали о готовящемся разрушении, и поэтому разрушили все сами, положили всему конец. Это я сейчас ни на что не намекаю, это слова из какой-то песни. Кстати, после событий в Макеевке наши ПВО стали значительно чувствительнее и теперь реагируют на любой подозрительный объект. 4 января, например, в небе над Ростовской областью горожане увидели светящийся шар. Он вроде бы никуда стремительно не двигался, а плавно летел по ветру, из чего очевидцы сделали вывод, что это был обычный воздушный шарик. Через несколько минут после его обнаружения горожане услышали предположительно звук выпущенных ракет с последующим грохотом в небе. Позже догадки очевидцев подтвердил губернатор области Василий Голубев. Он рассказал, что неизвестный объект ликвидирован, а небо надежно прикрыто средствами противовоздушной обороны. Правда, вот не уточнил, выжил ли при этом Винни-Пух. Да, друзья, согласна, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, выпущены две, а по некоторым данным и три дорогостоящие ракеты по
объекту, который, возможно, и опасности-то не представлял. А с другой стороны, а вдруг бы опять проворонили? Ну, кто из нас хотел бы повторения Макеевки? Или той ситуации, в которой 2 недели назад оказался наш патриот Рогозин. Кстати, ему успешно провели операцию и извлекли из его необъятного тела осколок после ранения. И да, знаете, даже из этой мелочи Рогозин решил сделать событие. Он помыл осколок и отправил его послу Франции в России, сопроводив все это вот таким письмом. «Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю в моей воле и вас осколком наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не убьете ведь меня?» А нет, Рогозин так не умеет. Где Рогозин и где литература? Он написал в свойственной ему манере. Внимание, цитата. «Никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе». Конец цитаты. Так что Макрон и же с ним, берегитесь. На тропу войны выходит самый злейший и самый беспощаднейший воин современности Дима Рогозин. Не факт, конечно, что сам, но это уже совсем другая история. Кстати, на этой неделе на свободу вышла первая партия заключенных, завершившая свой 6-месячный контракт в рядах ЧВК Вагнера. Отработали контракт свой, с честью, да, отработали, с достоинством, одни из первых. Первые. Отработали так, как мало кто работает. Какие планы? Теперь с бывших заключенных сняты все судимости и, по всей видимости, отпущены все грехи, потому как сам Пригожин в той же своей речи благословил своих воинов на новый путь. Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением. Но крешились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем, причем часть из них сидели в лагере, у них по 2 дня срока оставалось, им просто родину хотелось защищать. Поэтому надо понимать о том, что они абсолютно полноценные члены общества. И знаете, что самое во всем этом интересное? А то, что большинство из вышедших на свободу даже не поняли разницы между родину защищать и спецоперацию проводить. Они готовы вернуться и воевать. Хотя требуется от них, по крайней мере, по официальной версии, вернуться и денацифицировать Украину. А это, согласитесь, совсем разные вещи. Поэтому умные и говорят, прежде чем сесть за стол переговоров, договоритесь о терминах, иначе друг друга не поймете. Хотя, знаете, это, похоже, и есть основная цель современной власти, когда ничего не понятно, но дико интересно, когда любой взрыв – это просто хлопок, а убитая экономика – отрицательный рост. Но во всем этом есть и положительный момент. Люди наконец-то начинают включать голову. Правда, не все и не всегда. Но по мне, так бояться нужно всю жизнь прожить дураком, чем клейма иноагента или оскорбление тех, кто так и не получил заветную гранту. Так что сохраняем ясность ума, не подгоняем желаемое под действительное и наблюдаем за происходящим. Вместе, но ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.